Так, распаковка же? Да. Значит, да, сегодня много этих самых наших лотов. Подожди. Целых три. Камеру. Целых три лота. И надо сказать, у них дофига камеру. Мать, почему у тебя вот это вот открыто? Ну, знаешь, что ты там собралась показывать? И компьютер закрыл. Да. И камеру перенастроил. Да. Еще скажи, вас много и одна. Что-нибудь в этом духе. Что-нибудь скажи такое. Давай. Так. Так. Тебе пока не понадобится. Вот. Значит, любой выбирай. С самого начала. Сегодня три. Все они на одну абсолютную тему. На одну и ту же тему. Я сразу открываю. Да, 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 да. А что тут коробка, что ее пальпировать? В зависимости от этого будет реквизит. Реквизита сегодня много, килограмма три вообще. Я знаешь, как под елку залезла, куча коробочек. Да. А что ты на меня прям навела? Наши на предметы, мне кажется. Ну, я на нас двоих навела. Сейчас, подождите. Давай. Подождите. Что это? Можешь определить, что это? Куча крышечек. Так, для чего? Четыре крышечки. Да, ну, для... можешь одну оставить. А на самом деле это просто четыре повторяющихся. Валяется. Для бутылки с кефиром велика. Для бутылки с минералкой тем более. Так, быстрее. Для баночки с вареньем. Не совсем так. Зачем для варенья вот эта штука? Ну, вот какой в ней смысл? Я не вижу смысла в ней. А это что? Вот, видишь? Отодвигает? Отодвигается, да. А-а-а. Вот, она двигается. Ну, это какой-то дозатор. А для чего? Ну, как ты думаешь? Все, крышка, правильно, для банки. С сахаром. Вот сразу видно, просто вот эта девушка, да, она вообще, в принципе, даже не представляет себе, что многие напитки, может быть, не большинство, они упаковываются в банке. И люди пьют прямо из банки, потому что она всегда думает, что напитки уже в стаканчике. Нет. Нет, ну хочешь, я не по-женски буду рассуждать. Это для того, чтобы сексизма. Из коробки насыпать приманку для рыбалки, нет? Я бы тебе, конечно, приманку для рыбалки купил. Там рыболовных, между прочим, много. Смысл в том... Купи что-нибудь для рыбалки, пожалуйста. Для рыбалки. Смысл в том, что... Да ладно. Да. Я специально купил две разных размера, чтобы посмотреть, подходит или нет. Просто сейчас модно делать вот такие банки. Ой, подходит, да, отлично. Делать тонкие банки, и все переходят на тонкие. А вот это обычная стандартная толстая банка. Ну, я рано, надо же было открыть. Да, совершенно верно. Так трудновато. Не течет ничего. Вот. Смысл-то в чем? Что ты открываешь и оставляешь. Она открытая, понимаешь, как бы, и можно пролить там то все. И в холодильнике как-то вот это. Это крышка не проливайка. Ну, не совсем, чтобы не проливайка. Но в смысле... Ну, задвинул и все. Вот. А во-вторых, ты вот можешь себе крышку помыть. У тебя она будет стерильной, чтобы тебе банк не облизывал, где она там была. Кстати, на этом самом. Да. На складе, где там мыши на нее писали, вот это все. Значит. А что, между прочим, это знаешь, как тратятся люди? Ну, что ты сразу? Вот. Короче говоря, ты открываешь, да, потом можно там попить чуть-чуть. Вот, закрыла, да. Сейчас посмотрим, насколько... Кстати, у меня главный вопрос для меня был, это насколько она... Куда я дел стакан это? Вот, насколько она герметичная. Ну, в смысле, когда ты наливаешь, насколько она не проливайка, как ты выражаешь. Вот сейчас будем испытывать. О! Текет? Ну так себе, не очень удобно. Текет? Поверни крышку, может быть. Ну тут проблема в том, что воздуха, конечно, нету. Сломал. Нет, почему сломал? Ну, текет уже. Так можно полгода наливать стакан кока-колу. Ну имелось в виду, что ты... Саша, ну грязная банка. Мыши писали, да? Но все равно нету воздуха. Знаешь, ты жмешь ее. Вот. И про это самое. Да, вот, а видишь, получается... Непроливаемость, давай проверим. Получается, что... Закрываем. Да, давай, да. Так, давай. И? Направда, мокренько все уже.
Или сейчас, это сверху. Да. А не, там, смотрите. Ой. Ой! Я... Газики надо выпустить сначала. Ритуль, можешь салфетки принести, пожалуйста? Вот, смотри, а тут тоже работает. Смотри. Я ее слегка встряхнула просто. А это значит, у нас кукол зер. Вот так. Насколько вкуснее. Так, значит, соответственно, тоже закрываешь. Смешаем, сделаем этот микс, коктейль. Почему-то у меня ничего не проливается, смотри. У тебя плохо наливается в стаканчик. Ну, это да, есть некоторая. Спасибо. Есть некоторая такая проблема. А проблема заключается в том... Грязную банку облизал, грязную крышку облизал. Заключается в том, что проблема... Интересно, я ни разу не пробовал микс. Если две дряни соединить в одну, лучше не станет, конечно. Вот. Ну, вот такая штука. Четыре штуки. Написано, ты уже Дед Мороз. Ты уже дед. Надо было просто вот так. Ты уже дед. Все. Правильно, подарочки. Нет, интересная штука, но медленно наливается, во-первых, напиток из банки. Во-вторых, нет, Саш, я хотела другое сказать. Давай. Это классная вещь. Давай. Для хранения кока-колы недопитой. Вот. Понятия не имею, насколько это классно, но, в общем, как это работает. Так. Идея такова. Мы же ярмарка идей, на самом деле, здесь. Если вы до сих пор не поняли, зачем наша распаковка, и до сих пор вы думаете, что мы почему-то купим заурядные товары. Это не так. Здесь ярмарка идей просто. Можно дальше? Давай, да. Нам нужно. Мы уже выбиваемся из графика. Ой. Вверх от бутылки. Отрезанные верхушки от бутылок. Совершенно верно. Да. Зачем они? Как ты думаешь, зачем они? Какой смысл в этом? Ровно такой же, как и здесь. Надеваешь на банку и превращаешь ее в бутылку. Зачем ты отворачиваешь крышку? Вот зачем? Какой смысл? Проверяю исправность. Ну, на банку это не годится, это же на бутылку. Дай. Где у тебя салфетки были? Ну, они уже... Надо притереть. Опять берешь банку... Что у нас тут? Берешь банку. По-моему, они краснотонкую. Подождите, розовую достану. Берешь банку. Вот. И превращаешь ее в бутылку таким вот способом. Ни хрена не превращается. Потому что это для бутылки, а не для банки. Нет, не для бутылки, это конечно. Для Как у тебя бутылка, она уже такая. Лен. Почему? Маленькая бутылка Кока-Колы. Какая бутылка? Вот ты бутылка Кока-Колы. Ну, у тебя она уже сверху вот есть такая штука. В бутылке всегда еще такая. Еще одну сверху. Зачем? Пакет. Да. Какой смысл? А на банку-то зачем? Сейчас, она где-то... Вот! Ага. Ты превращаешь ее в бутылку, понимаешь, о чем речь? Ну, можно и так. Лена бутылку превращает в бутылку, потому что одной бутылки ей мало. Я грязную бутылку превращаю в чистую бутылку. Ладно, дальше. Нет, вот на эти не лезет, мы уже выяснили. Это только на толстые, только на старого образца. Вот, смотри, а гораздо лучше течет, чем вот в той крышкой. То есть мы экспериментальным путем выяснили, что вот такая конструкция, она лучше, чем смотрите, вот такая. Это вот. Лучше. Чем вот это. То есть вот это лучше. Вот, розовая, смотри, все отлично. Банка превращает, будут как красиво, эстетично. Да? Вот это прям, да. Они одинаково стоят? Это просто лучше в разы. Смотри, кстати, не имею ни малейшего понятия. Тут просто в упаковке их больше. И наливается лучше. Нет, я сейчас могу посмотреть, но долго возиться. Пока я распаковываю. Да, ты распаковываешь третью, а я пока посмотрю. Симпатично, да? Я не думал, что ты такой креативный, Лен. Из бутылки бутылку-то делал. Зачем? Вот на бутылку ты что? Саша, учись. Ага. Так, а можешь открыть? У меня лапки, говорит она. Завтра будет еще одна распаковка. Которая, так сказать, положит конец страданиям, я бы сказал так. Завтра конец всех страданий. Приходите завтра. Это интересно, но что вот это? Да, давай, пока справляйся с инженерной конструкцией, а я скажу... О, это... Серёж, что это? Смотри, тут маленький люк сверху. А, я понял. Что? Это для пакета сотни. Для пакета не совсем. Значит, смотри, ты спрашивал, сколько стоит. Вот это, между прочим, стоит дороже. Вот это стоит 250 рублей.
А вот эта упаковка, их 6 штук, а тех 4. 6 штук стоят 152 рубля, а те 250. Так что вот эти лучше и дешевле. Вот. Так, ну думай, что это такое? Это не сюда, нет? Нет, реквизит другой к этому. И это не для... Не для напитков? Нет. А для чего? Это для сыпучих продуктов. Я поняла. Покупаю, например, соль. Я вчера посмотрел, просто что самое дешевое в магазине, ну не тратишь на нее, подожди, правда? А тут вот. Пакет неподходящий. Почему? Или надо там маленькую дырочку расширить? Ну вот, вот ты, значит, допустим, так разорвала её пакет. В середине, наверное, надо сделать, нет? Ну я не думаю так. Сейчас тебе скажу, как оно... Может, как-то еще раскрывается. На самом деле, конечно, раскрывается. Еще раскрывается, да-да-да-да. Все, у нас это... Все, давай. Как это все? Ну так, эфир. Остановите. Да, зажимается. Смотри, вот дырку ты сделала. Да. В дырку раз. Так. Вот это вот раз. Так. А потом зажимаешь вот это все. Вот прям по всей длине зажимаешь. По всей длине. У вас фокусы какие-то. Конечно. А как? Вот. Ну, при определенном навыке это довольно быстро. Вот раз. Зажала. Сейчас у нас ни хрена не видно. Зажала. Ну, чуть-чуть повозиться, и зато аккуратный пакет, и ничего не просыпается. Застегнула. Класс. Класс.